сейчас работают над привлечением, соответственно, удержанием, о нем задумываются небольшой процент. И вот получается задача CRM-системы, программ лояльности, это именно удержание клиента и его возвращение в бизнес вновь и вновь. Вот сегодня об этом пойдет речь на этом мероприятии, как работать с клиентами, вообще, что такое клиентоориентированность, потому что самый главный посыл бизнеса – это должен быть, наверное, обращение к своему клиенту, потому что благодаря количеству, качеству, да, наших клиентов мы развиваемся и работаем только для них. Почему такая рассадка? Рассадка, ну, на самом деле, это самый удобный вариант, который мог бы быть, потому что наш семинар предполагает работу в малых группах. И сейчас вот именно те, кто здесь собрались, это такой очень интерактивный формат, когда люди, предприниматели, могут обсуждать различные моменты в группе по своему бизнесу, принимать эффективные решения. То есть мы не просто слушатели, да, а именно мы деятели, скажем так. Поэтому вот работа. То есть какие-то задания будут и там получаться между собой? Конечно, конечно, конечно. Интересное задание. А на самом деле, да, вот эта тенденция последних двух лет и в крупнейших там тренингах, ну я, например, только территорию России посещала, это просто обязательная форма вовлечения в сам процесс. Так человек лучше усваивает информацию, потом может сразу ее применять. Как вам сегодняшнее мероприятие? Здорово, очень интересно, очень вдохновляющий спикер, он просто потрясающий. А что-нибудь используете, то, что вот, сегодняшняя тема будешь там по привлечению и удержанию клиентов в своем бизнесе? Так сложно сразу сходу сказать, потому что этих инструментов несколько, да. Ну, как бы мы используем UDSB, поэтому, в принципе, всеми там инструментами UDSB мы пользуемся. Что сейчас сказали, это все лежит на поверхности, это нужно просто брать и делать. Я надеюсь, что завтра будет еще интересно, завтра уже пойдет в практика такая. Ждем завтрашнего дня. Всем своим и сотрудникам, и себе напоминать, что это очень важно, что вы для нас самый главный, все для вас, все делается ради этого человека. Вот это вот я вспомнила об этом, я это знала, но это не напомнила. Сейчас нужно это делать в форме. Сегодняшнее мероприятие на самом деле было создано для предпринимателей города Якутска, для того, чтобы, ну, это наша нетворкинская такая площадка, для того, чтобы наши предприниматели прокачивались, мы пригласили Александра Белогорокова, и чтобы общались между собой и создавали новые проекты и процветали. Чья это была идея? Была наша идея. Сами, наша компания Global Trade Service вышла. Мы очень долго выбирали директора, и наш взор остановился именно на Александре Белгородове, так как здесь уже его любят, и потом мы уже слышали его программу и решили, что именно сегодняшняя программа даст нашим предпринимателям очень мощный скачок в их бизнесе.